Сказка не только для детей, но и для взрослых. Премьера «Уличный кот» по имени Боб в Кировском кукольном. Что интересно, эта история будет состоять из двух спектаклей. Значит так, я сейчас иду на работу. Если когда я приду, ты будешь тут, домой мы пойдем вместе. А если тебя не будет, я все пойму. Первый будет для самых маленьких. Он расскажет о жизни кота, который потерялся и ищет друзей. А второй спектакль для взрослых будет о хозяине кота, уличном музыканте Джеймсе, который тоже хочет подружиться. Главный режиссер кукольного театра обещает, что история никого не оставит равнодушным. Это спектакль, который должен быть для детей вместе с родителями. Это такой спектакль. Не хочу разделить детей и родителей. Это как раз театр, это место, где дети и родители могут общаться. И могут вместе переживать. Вместе смотреть истории, которые они потом могут обсуждать дома. Или оставить как воспоминание приятное. Взрослую версию спектакля в кукольном театре презентует зрителю только в октябре, а пока уличный кот по имени Боб ждет у себя в гостях маленьких зрителей. Премьера состоится в пятницу 15 июня в 13 часов.